Здорово, это Шамшурин. Тут, короче, такое дело, смотрите. Вопрос поступил от человека. Вопрос выглядит следующим образом. То есть, Вов, скажи, пожалуйста, как мне освоить технику невербального... Внимание, я цитирую. Технику невербальной коммуникации там, для того, чтобы там что-то бла-бла-бла нравится женщинам. Посоветуй какие-то книги. Бля... Все должно быть максимально просто. Сука, ну максимально просто. То есть вот когда ты идешь в туалет, блядь, или поесть, ты заморачиваешься так сильно над этим вопросом. То есть, допустим, блядь, как мне освоить технику правильной еды или правильного там испражнения, чтобы вот как бы, блядь, получить там максимальный результат, какой-то эффект. Че это, блядь, за чушь вообще, я не понимаю. Тут то же самое. Если бы у тебя, у человека, который задает этот вопрос, не было бы проблем с женщинами, хотя бы как минимум с тем, чтобы заняться с ними сексом. Ну вот прям легко у тебя все получается, как бы секс для тебя не проблема. Вот, хотя бы для этого у тебя женщин хоть отбавляй. Ну неужели ты бы написал вот такой вопрос? Значит, соответственно, раз ты пишешь такой вопрос, раз ты его спрашиваешь, значит, как бы проблема в чем? У тебя проблемы с женщинами, да, у тебя их нет. Или вообще ни одной нет. Вот, и вместо того, чтобы как бы упростить все, да, понять, спросить себя, что у меня не получается, что я делаю не так, надо понять, блядь, что я делаю не так. Вот. Все, но это на самом деле ответ на поверхности, как правило. Просто ты, люди любят вообще придумывать себе какие-то сложные объяснения. У меня не получается, потому что у меня, блядь, не освоена техника невербальной коммуникации. Чё, блядь, какой коммуникации? Какая техника, блядь? Садовая техника или какая, блядь, дорожная техника или что? Скорее всего, как бы проблема гораздо более просто выглядит. Она лежит на поверхности. Вот и все, поэтому не надо усложнять. Наоборот, ребят, старайтесь все упрощать. Общение с женщинами должно быть легким и простым, и комфортным. Ты когда идешь к своим друзьям, ты же не думаешь, как бы мне освоить технику невербальной коммуникации. Потому что вдруг там друзья меня не примут. Ты там расслабленный. Здесь то же самое. Ты должен стремиться к тому, чтобы быть расслабленным. Ну и, соответственно, неплохо бы получить обратную связь, посмотреть на тебя, что у тебя там не получается. Скорее всего, просто все гораздо, гораздо проще. Вот. Для того, чтобы посмотреть, для любителей осваивать технику невербальной коммуникации, я вас всех приглашаю с 26 по 29 августа на тренинг-практика в Москве. Да, 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 опять я приглашаю на практику, потому что единственный, сука, единственный способ – это просто посмотреть на тебя, понять, что не так, и за 4 дня полностью тебя перевернуть. Просто ты выйдешь другим новым человеком. Ссылка под этим видео. Записывайся здесь, и не надо все усложнять.